В период обильных снегопадов и перепады температур администрация Кировска усиливает контроль за уборкой придомовых и городских территорий. Объезды проходят с участием представителей ЦМТО и отдела муниципального контроля. Руководители посещают с проверкой дворы, которые уже вызывали нарекания. На этот раз глава администрации лично проинспектировал дома на улице Олимпийской, Ленина, Мира и Советской Конституции. На повестке дня уборка и вывоз снега, а также антигололедная обработка. Объезд начинается с Олимпийской, 57. Двор почищен, у подъездов тоже порядок. Внимание требует работа с автовладельцами, которые, несмотря на объявление, не убирают транспорт. Итог – заваленные снегом парковочные места. На Олимпийской, 69, ситуация схожая. Придомовая территория и подходы к подъездам новых нареканий не вызывают, но уборка не доведена до конца, уверены жители. Трактор почистил, он тот конец, а вот эта территория вся в снегу. Коммунальщиков спрашиваю, в чем дело, почему не чистите здесь? Не наша территория. Начальник отдела муниципального контроля Ирина Голубина обещает разобраться, где территория придомовая, а где зона ответственности торговой точки, расположенной по соседству. Не остается без внимания и снежная насыпь у дороги. Все в том же дворе. Ее руководитель ЦМТО гарантирует вывести ночью. Еще один объект на Олимпийской, требующий пристального внимания – пешеходный переход у Хибинской гимназии. Его содержанием Юрий Кузин остается доволен и просит не снижать качество. На кону детская безопасность. Объезд продолжается. В этих дворах на Олимпийской и по улице Советской Конституции коммунальщики должны были устранить колейность в проездах. Здесь была одна проблема. Это высокая колейность на придомовой территории. Управляющей компании было выставлено требование. Когда? В понедельник до среды. Сегодня среда. Мы видим, здесь все убрано. И обработка. Претензий нет. Ленина, 15, на постоянном контроле муниципалитета. Помимо сезонных уборок, здесь продолжаются ремонтные работы. А значит, двор должны не только чистить, но и своевременно убирать строительный мусор. Завершается инспекция на Мира, 6. Проезд требует механической уборки. Еще один минус – складирование снега в зеленой зоне. Ситуацию надо исправлять. Причем исключительно вручную. Кстати, в первую очередь именно ручной труд, работу дворников, высоко оценил глава администрации. Дворники очень добросовестно работают, чистят до асфальта входы в подъезды. Это радует. Я уже высказал слова благодарности в их адрес. И повторюсь, я выражаю вам, уважаемые сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства, слова благодарности за добросовестную работу, потому что вот этот ручной труд – это прежде всего безопасность людей, которые выходят из подъезда. И если вы аккуратно убираете, то процент травматизма ниже. Снижать цифры травматизма – задача и этого снежного года. А значит, нужно повышать качество уборки, особенно механической, и продолжать еженедельные контрольные объезды.